Привет, ребят! С вами я, Мирным Данил. Сегодня мы будем смотреть «Индиан». Что? Поздравь меня! Блин, с чем? Реклама. Вот. Здорово, дружище! Сегодня... Здорово. О-о-о, сегодня... О, господи! Что у меня с прической? Сегодня у нас с тобой два очень клевых видео. Очень клевых видео, они клевые, потому что они про меня. И не подумай, что я очень самомнительный или что-то такое. Просто мне действительно приятно, когда люди делают какие-нибудь песенки или что-нибудь такое с моим участием. Это очень круто. Я всегда мечтал о том, чтобы я мог когда-нибудь нормально петь. И так как я никогда не умею нормально петь, люди заставляют меня более или менее нормально петь в таких песенках. Ну и просто я считаю, что если человек тратит время, чтобы сделать какую-нибудь годноту, то достаточно неплохой идеей будет сделать реакцию на это, чтобы человек мог посмотреть, и он увидел мою реакцию на его же творчество. Мне кажется, это может быть и вам интересно, но это все посмотрим по комментариям. Но сначала одна просьба. Ребят, я зашел на видео с 55x55, и там было очень много комментариев на тему сделать песни про Винди. Типа, он просил тебя сделать песню. Я не просил сделать песню. Я говорил, что, типа, если этот человек сделает песню, сам захочет, то будет круто. Но не надо его заставлять это делать. Не надо прям в комментариях бомбить автора тем, чтобы сделать песню про меня. Мне кажется, это не очень круто, потому что тогда это их заставляет сделать. Но все равно огромное вам спасибо за поддержку, ребята. Ну ладно, сегодня мы посмотрим два клипа. Первый от Роланд Далта и от мистера Максимчика. Это две песни, которые мне чаще всего люди кидали и говорили, что это прям годнота. Годнота годнотишная. Ну давай посмотрим. Первый — это Роланд Далта. Песня под названием «Ае». Ребята, спасибо вам. Действительно. У меня клепальник трясет, это умиление. От таких песен. Винди, ты он сдох. Же качает. Да сколько же мне не нравится моя черная прическа. Я вижу будущее. О, нас четыре. Теперь нас четыре. Спасибо тебе огромное, Роланд Далта. Это было шикарно. Это было шикосно. Это было шедеврально. Но, это еще не все. Сейчас мы посмотрим вторую песенку. Тык-тык. Ремикс от мистера Максимчика. Вот эту песню мне кидали гораздо больше, потому что она более новая. Но посмотрим, какая из них лучше. Напиши в комментариях, какая из них тебе больше понравится, или может обе тебе не понравятся. Я не знаю, но напиши в комментариях. Итак, поехали. Еще одна песня. Я не думаю, что стоит два видео делать. Два видео делать на две песни, поэтому я сделаю одно видео на две песни. А так вот. Всем привет, дорогие друзья, с вами Винди, и сегодня у нас с вами продолжается Виндяльник. Вот так, поехали. У-е-е. Нифига, нифига я ударил. Вот это танцы. Какие у меня офигенные танцы. Я знаю, что ты там! Добрый вечер. Как ваш дела? Вы не разговорчивы сегодня какая-то, да? Главное, работа силы. Не могу ничего двинуть. Коробки какие-то летают. Тут, по-моему, полтергейст обитает. Ее, рифма! Что ты, где закушка? Сунь эту зубочисточку себе в ушко. Вторая рифма. Вот, все. Артем, готово. Питулечка, вы молодцы. Бога, что да? Nice one.
Настя. А если кто-то скажет, что у меня повторяющиеся танцы, плюнь ему в лицо. А лучше не надо, он прав. Все, всем пока-пока-пока и... Эй! Короче, ребята, всем пока. Всем пока!